Вы, наверное, перепутали. Вы не в Овчане находитесь. Это вы, наверное, в законодательном собрании. Когда вы обращаетесь к председателю комитета со словом «милый мой», я не принадлежу к... Какой милый мой, вы что? А что, все слышали? Все это слышали? Какой милый мой, вы что? Дорогой мой какой-то. Вы что-то путаете, какой он милый мой? Я ничего не путаю, мне со слухом все хорошо. Милый мой. Я, к вашему сведению, в отличие от вас, не принадлежу к лицам нетрадиционной традиции. Прямом, я не принадлежу. Ну, что, в отличие от вас. Если вы себе позволяете такие слова. Ну что сейчас себе не думаешь, что А то, что вы сказали. Смысл, что имели в виду? Кто имел, то имел. Я тебе сейчас обидно. Кончай. Ты что, вообще что ли? Вы оборзели. Ты оборзели. Вы где находитесь? Молчали, что? Что варим? Орать будете дома, а не в законодательном. Тебя зовут спросить, понял? Ну не спрашивай, все. Ты сам сейчас переходишь. У вас политическая ориентация что-то не то, а вы тут на других. Ну, про вас-то я не буду комментировать. Про меня нечего комментировать. Да что вы? Бегаете, Как себя ведете? Я прошу. Как себя ведете? У нас повестка не закончена. Какой-то лайк. Какой-то лайк. Вы традиционный. Вы кто тут такой вообще? Какая запись? Давайте выключим запись. Вы что имеете в виду? Я не пойму. Смысл срывается. Это что, председатель комитета ЖКХ, что ли? Я прошу успокоиться. Что, да? А вы что, председатель фракции? Я не... Я руководитель фракции. Руководитель фракции? Да, не ваши. Вы ни отношения не имеете. Что у нас есть продолжать? Давайте.